Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. И вот сейчас, в эти минуты, уже началась пресс-конференция, которую ждут не только на сей раз, очень ждут не только в России, но и за ее пределами, поскольку международная обстановка соответствующая. Я имею в виду пресс-конференцию президента соседней России Владимира Путина. Она уже началась. Ну, конечно, мы эту тему тоже затронем. У нас, как мы уже анонсировали, эксперт по вопросам безопасности и международной политики Раймонд Рубловский. Добрый день. Добрый день. Да, ну, понятно, почему такой интерес всего мира к этой пресс-конференции. Это связано прежде всего вот с тем проектом обеспечения взаимных гарантий, так можно сказать, который был представлен и уже разослан всем странам НАТО, Соединенным Штатам в первую очередь, и, я так понимаю, по высказываниям должностных лиц США, и включая господина Блинкена, что уже в первых числах января после Нового года начнутся переговоры, я так понимаю, более предметные по этим гарантиям безопасности. Естественно, реакция была разная. Те же вот американские должностные лица, у них тоже какого-то единого мнения нет, даже в байденской администрации. Одни говорят о том, что это какой-то ультиматум, вторые говорят о том, что ну, ультиматум не ультиматум, а надо пообсуждать. Кто-то говорит о том, что это вообще для нас неприемлемо, ни такой формат, как бы двухсторонний, без наших союзников, ни те требования или красные линии, которые там обозначены. Вот как вы все это оцениваете, и вообще есть ли как бы основания или надежды на какие-то предметные переговоры? Потому что вот давеча бывший президент Латвии, господин Затлер, сказал, что надо всегда готовиться к худшему, и его прогноз – война будет. Так он сказал на ЭКП с Анигой, все, у всех так честь поотвисла. То есть война будет. Да, ну вот как вы все это оцениваете? Не, ну еще вчера я, в принципе, был согласен с Валдисом Затлерсом в том плане, что война все-таки будет. Какого масштаба – это другой вопрос, но… Скорее всего, все-таки какая-то конфронтация будет, потому что ну, мы должны все-таки помнить, что теперешняя ситуация, она возникла не вчера и не позавчера. В принципе, к этой ситуации мир шел уже, ну, начиная, наверное, с 2008 года, начиная с событий в Грузии, потом к этим событиям присоединилась Сирия, Ливия, потом Украина. И вот все эти как бы, проблемы, они все время по наклонной, все время скатывались и скатывались. И сейчас к этому уже присоединились еще следующие проблемы. Не будем забывать всю ту нагрузку, которая на все сообщества, на все страны сделала пандемия и все вопросы, которые связаны с этим. То есть сейчас мы достигли все-таки какой-то критической точки, к сожалению. То есть все эти проблемы, они как бы уже достигли такой точки, когда, ну я не хотел бы сказать точки невозврата, но они как бы сгустились в один такой огромный большой ком. Потому что, ну смотри, мы говорим об Украине, этот вопрос уже начиная с ноября 2013 года, то есть скоро уже 8 лет, уже сейчас 8 уже лет. Уже такое количество санкций было, что уже все забыли, да? Ну, то есть уже все забыли, как это начиналось и что там было. То есть, но есть факт, что украинский вопрос, он постоянно на виду. Все-таки все эти вопросы, которые я уже упомянул, то есть на виду те же самые противоречия и по Сирии, и по Ливии, и по другим всем вопросам между Китаем и Российской Федерацией с одной стороны и между, скажем, США и НАТО с другой стороны. Сейчас, конечно, ситуация такая, что ну, ни одна из сторон не может отступить, не потеряя лицо. И поэтому, скажем, вот этот, то, что ты называешь ультиматумом или, скажем, предложение о долгосрочном каком-то сотрудничестве, которое было бы закреплено юридически, то есть, ну, это, наверное, последний шанс как-то ситуацию выровнять. Но я думаю, что есть очень много людей, которые посчитают, что любая, скажем так, попытка администрации США пойти навстречу Российской Федерации будет растолкована как поражение. То есть, ну, смотри, все-таки предложения-то, они очень такие четкие, первое большое предложение, то есть, НАТО больше не продвигается на восток. То есть это есть понимание, что это касается в первую очередь Украины, ну и, наверное, во вторую очередь Грузии. Второе. Возвращение к ситуации до заключения основополагающего акта между НАТО и Российской Федерацией 1997 года, что подразумевает, что вся, скажем, инфраструктура НАТО и все то, что НАТО
сделал за последние 25 лет, практически сводится на нет, и как бы НАТО отступает в линии Германии. То есть вся Восточная Европа, получается так, что вся Восточная Европа остается уже без инфраструктуры НАТО и без каких-то войск НАТО. То есть, конечно, НАТО на это не пойдет, это даже сейчас понятно. Но то тут... есть есть какие-то пункты, где сразу понятно, что они невыполнимы, ну, нереализуемы, да? Абсолютно. Ну, то есть тут есть, конечно, много вопросов в таком плане. То есть иногда бывает ситуация, когда выдвигается заведомо неприемлемое как бы, предложение. Идет торг какой-то, да, определенный. И все понятно, да? Что они будут отклонены. И потом, конечно, другая сторона может себя сказать, что вот мы предложили нормальное решение вопроса, но сопредельная сторона отказалась, и поэтому мы вынуждены как бы, действовать уже более силовым методом. То есть это со стороны Российской Федерации. Со стороны НАТО, США, ну опять не будем себя обманывать, США является самым мощным игроком в НАТО. То есть, и, конечно, когда с финансовой, надо, с военной, со всех точек зрения. Со всеми аспектами. Но если мы подключим еще там 5-6 стран Европы, то это ну, 99% НАТО. Все остальные там 20 стран, включая Латвию, значит, они являются больше потребителями безопасности. То есть, ну, это объективно. То есть маленькие страны они, ну, никак не могут соревноваться с такими странами, как США. То есть, исходя из этого, конечно, Россия, четко зная, кто как бы руководит НАТО, она посылает как бы такой сигнал и организации, и главному учредителю вот этой организации. Поэтому я думаю, что, скорее всего, будет попытка опять все это так сделать, долгосрочный процесс переговоров. То есть, это дает две вещи. Первое, что это ну, как-то охлаждает ситуацию, то есть, все-таки переговоры. А во-вторых, это, ну, действительно дает время на размышления, как действовать дальше. Потому что если сейчас стороны придут к такой ситуации, что американцы скажут, мы вообще не будем рассматривать эти предложения, эти вопросы даже не обсуждаются, ну, российская сторона, скорее всего, скажет, что вот мы предложили очень конкретные предложения, которые были... Их даже не захотели обсуждать. Их даже не захотели обсуждать. Из этого мы сделаем выводы, что наши партнеры вообще не хотят мира и не хотят как-то урегулировать ситуацию. И, исходя из этого, ну, скорее, Российская Федерация ответит, как мы уже знаем по словам президента Российской Федерации, военно-техническими действиями. Что это значит? Ну, я не берусь судить, но, наверное, это значит что-то не очень хорошее для НАТО и для американцев. Исходя из этого, я думаю, что все-таки вот это то, что уже было озвучено, что какие-то переговоры, начиная с января, будут вестись. И не забывай, что все-таки за последний месяц случилось ну, как минимум два таких очень больших события. То есть, во-первых, даже не за месяц, а несколько недель до этого. То есть, череда очень важных встреч на самом высоком уровне. То есть это и переговоры Путина и Моди в Дели, переговоры Путина и Байдена. Уже многочисленные видеоконференции с Цзяньпином, да, и с другими. Абсолютно. Да, да. То есть это означает одно из двух. Или, скажем, все страны уже договариваются о каких-то деталях какого-то действительно большого всеобъемлющего договора мирового по каким-то вопросам безопасности. Или же это все-таки другая ситуация, когда каждый пытается себе обеспечить поддержку в грядущей конфронтации. То есть это тоже мы не можем сбрасывать со счету. Ну не забудь еще саммит демократий, который американцы организовали буквально там, неделю тому назад. Так что опять идет какая-то попытка делить мир. Наши, чужие, демократы, авторитарные. Хотя там режимы. На этом саммите демократии были такие страны, которые демократии, ну, не, как-то повежливее сказали. Можем, да. Мы опять да. можем это видеть. Для них это почти ругательское слово, да. Что это чисто политический шаг, то есть союзников, которых пытаются консолидировать против Китая и Российской Федерации. Но я хотел обратить внимание, что даже в саммите демократии не была приглашена Турция, которая является одним из основополагающих членов НАТО. Не была приглашена Венгрия, которая является тоже членом НАТО и Евросоюза. Так что уже можем сказать, что и в НАТО, и в Евросоюзе есть все-таки вот такие моменты раскола, когда, скажем, на такие саммиты не приглашаются такие страны. Ну, эти страны, наверное, сделают какие-то выводы. Поэтому, конечно, ситуация очень серьезная. И я хотел бы сказать так. Ну,
если мы берем исторические примеры, понимаешь, все, когда начинают какие-то боевые действия, они думают, что это маленькая победоносная война. Это было перед Первой мировой войной и перед Второй мировой войной. Да, никто же не готовится играть в долгую, да. Не, ну, Абик, просто маленький пример. Когда началась Первая мировая, наверное, эти четыре империи не думали, что они рухнут после войны. Они думали, ну, кто-то победит, кто-то проиграет. Будет какие-то территориальные, да, приобретения такое, или потери небольшие. Но что будут фундаментальные изменения глобального характера, ну, никто даже в 2014 году не предполагал. Поэтому я думаю, что те люди, которые сейчас ответственны за планирование, ну, они должны понимать, что сейчас ситуация еще гораздо сложнее. И если будет какие-то... И оружие другого порядка. Абсолютно, да? Абсолютно. Ну, еще и третье, если мы берем вот эту ситуацию, и в Первой и Второй мировой войне все-таки США и Великобритания могли себя чувствовать относительно спокойно по той простой причине, что вооружение того времени не дотягивало до них. Сейчас как бы они абсолютно в такой же ситуации, как любое другое. Именно поэтому я думаю, что я все-таки думаю, что она может быть. И хотел закончить, что все-таки есть вот этот такой тяжелый информационный фон, поскольку про возможные боевые действия Российской Федерации против Украины практически последние два месяца говорят все СМИ, что в конце января обязательно будет, скажем, вторжение российских войск на территорию Украины. Поэтому вот, знаешь, это как бы психоз массовый, он, конечно, присутствует. Да. Вот есть тоже такой хороший вопрос, который надо бы, насколько это мы можем, находясь здесь из Риги, разобрать. Вот есть несколько как бы объяснений, почему Украина вот нагнетает, по крайней мере, с точки зрения риторики, вот эту напряженность. Да? Одни говорят о том, что это правильная тактика там Зеленского и команды, условно говоря, потому что, когда ты очень много кричишь, что вот будет война, да, что ты вроде бы как бы предупреждаешь весь мир, и вот врага, условно говоря, и он думает, ну действительно, сейчас не надо. И этим ты как бы, ну, откладываешь это, возможно, нападение. Это одно объяснение. Другие говорят о том, что это банальная попытка просто получить деньги, преференции, не знаю, получить какую-то дорожную карту. Понятно, что сейчас никто Украину не примет в НАТО, я думаю, что Зеленский, насколько он был бы, там, не знаю, далек или недалек от понимания международной ситуации, но я думаю, что он догадывается, что о каком-то вступлении Украины в НАТО ни в этом году, ни в следующем, ни в ближайшие годы речь не идет. Но он хочет получить с помощью вот такого вот, разжалобить, условно говоря, и получить эту дорожную карту. Да? И есть третий как бы момент, который говорит о том, что, ну как, Зеленский тоже понимает, что Порошенко обещал привести мир там и урегулировать ситуацию на Донбассе, ноль. Но Зеленский сказал, ну я уж в отличие от него точно это сделаю. Ну, вся, как мы видим, ситуация тоже, результат нулевой. Да? Он, видимо, думает, что если вот сейчас запустить эту историю о какой-то уже агрессии против основной части Украины, что все испугаются, и Россия, участвуя в каких-либо переговорах, все-таки удастся урегулировать этот конфликт на Донбассе. Как? Это, может быть, другой вопрос. Вот ты какой версии придерживаешься, почему вот Украина сейчас вот развела такую вот бурную деятельность и кричит, что вот-вот завтра нападут? Не, ну я думаю, что у Зеленского тоже ситуация очень сложная. Я не берусь судить, насколько она сложная, но это понятно, что она внутриполитичная, для него очень сложная. Со всех точек зрения, экономической, да, кстати, в том числе. Да. В первую очередь, с экономической точки зрения. Во-вторых, то, что ты правильно сказал, он обещал мир, он обещал решить вопрос с Донбассом, но ситуация как бы не решается, и у него, ну, в принципе, в копилке не очень-то много хороших дел перед любыми выборами, когда они будут на Украине, то есть будто президентские, будто какие-то другие выборы. Исходя из этого, он, конечно, во-первых, сам немножко нагнетает эту ситуацию. Я, конечно, думаю, что до того, чтобы силовым путем попытаться решить вопрос с Донбассом, он не пойдет, поскольку, скорее всего, это и есть. Это одна из красных линий президента Российской Федерации, который, ну, тогда уже стопроцентно ведет какие-то войска, и ситуация уже может выйти из-под контроля для украинской стороны. Вопрос финансирования, конечно, присутствует, потому что как-то эту страну содержать надо, как-то опять эти деньги получать надо. Но с третьей стороны, я все-таки думаю, ну смотри, вот мы как-то зациклились на Украине и Европе.
А у американцев и Соединенных Штатов, у них же глобальные интересы все-таки, понимаешь, у них Китай маячит на другой стороне Тихого океана. Это намного серьезнее, чем это Украина. Абсолютно, абсолютно, понимаешь, у них очень много вопросов, которые требуют очень много ресурсов, очень много финансовых, людских ресурсов. Исходя из этого, то есть, ну, я скажу, что Украина не является единственным, скажем, таким внешнеполитическим аспектом деятельности Соединенных Штатов. У них все-таки Китай, Тайвань, Австралия, вот эти все новые, как бы, инициативы, АУКУС, которые они предприняли. То есть это понятно, что вектор Соединенных Штатов, он все-таки идет на Тихий океан. И они были бы рады европейцам оставить вот эти европейские дела, чтобы европейцы сами разбирались. Минус в этом, что европейские страны натовские после 90-го года, они резко снижали свои все расходы на оборону, резко снижали все свои, скажем, вооруженные силы. Было ощущение общей победы в холодной войне. Абсолютно. Варшавского договора больше нет. Абсолютно. Такого геополитического, идеологического противника нет. А зачем тратиться? Ну, в принципе, в этом была своя логика. Абсолютно. Да, да. И сейчас, понимаешь, как в любой системе, они не могут просто за год или за два года возобновить всю эту самую мощь своих вооруженных сил, будь то немцы, будь то французы, будь то британцы. Исходя из этого, конечно, чисто военной точки зрения, Европа не способна сейчас взять, как бы, полный контроль над европейской безопасностью. Ну вот, и поэтому мы видим вот эту ситуацию, скажем, если дилемма Байдена, у него 36% поддержка, это самый низкий показатель любого президента США за 9 месяцев пребывания в офисе, то есть он за 9 месяцев или 10 успел уже натворить столько, что даже в Штатах у него, как бы, все-таки поддержка невысокая, и он должен думать, как он выйдет из этой ситуации. И, конечно, я тебе скажу честно, если они решат, что для подъема рейтинга демократов и Байдена надо сделать какую-то заварушку, они ее сделают. Если они решат, что надо договариваться и выйти, как бы, ну, скажем так, по примеру Чемберлена, и приехать сказать, я вам привез мир, то есть они пойдут на переговорный процесс. Но это понятно, что главная проблема между, скажем, игроками такая, что они абсолютно не доверяют друг другу. И конечно, я думаю, что этот процесс переговоров будет рассматриваться не как реальный процесс переговоров, чтобы достичь что-то, а как процесс выигрыша времени, затяжки ситуации. Потому что, конечно, опять же, все понимают, что даже если есть возможность победить в такой войне, а что делать, если будет какой-то союз более такой тесный Китая и Российской Федерации? Тут уже НАТО даже со всеми Соединенными Штатами, ну, победить не могут, я сказал бы так. Исходя из этого, Украина, к сожалению, такая, в такой ситуации, скажем, западного Берлина прошлого века. Она между двумя, так бы, огромными силами. Скорее всего, Российская Федерация будет настаивать на трех вещах. Первое, гарантии того, что Украина не будет в НАТО. С российской стороны гарантии, что они никоим образом военным путем не будут решать вопрос Украины. Ну и третье, возможность для Украины только стать где-то в каком-то будущем членом Евросоюза. Ну, то есть чисто по экономическим вопросам. Потому что самое, конечно, то, что опасается Российская Федерация, это то, что, будучи членом НАТО, Украина сможет, так как Латвия или Литва, она сможет предложить и военные базы, и любую другую инфраструктуру для войск НАТО. Это практически сводит на нет Черноморский флот Российской Федерации. И, конечно, это действительно дает очень большой удар по безопасности Российской Федерации. Это понятно. Да, вот такой вопрос, который периодически возникает, почему нельзя было бы, ну, может быть, такое мы увидим в следующем году, хочется всегда надеяться при наступлении Нового года на лучшее, почему нельзя провести какие-то вот полномасштабные переговоры такого же рода на основе этого проекта или похожего проекта о коллективной безопасности или о гарантиях безопасности взаимных на уровне постоянных членов Совбеза, ну, то есть, условно говоря, чтобы все постоянные члены Совбеза, Россия и Китай включая, да, могли бы сесть и договориться что-то вроде как Хельсинки-2, о каких-то принципах
не знаю, неделимой безопасности, гарантии безопасности и так далее. Да? Ну, может быть, без каких-то ультиматумов, но вот потому что иначе возникает действительно странный вопрос. Вроде Соединенные Штаты, особенно политика Байдена, ты же помнишь, когда он не успел повстречаться с Путиным, он тут же позвонил всей там, этой Бухарестской девятке, согласовал, потом с другими союзниками по телефону согласовал. Да? И получается такой интересный вопрос, что сейчас то же самое, да, что вроде бы что если, допустим, Соединенные Штаты и Россия садятся за переговоры, ну, значит, Байден должен параллельно все это ретранслировать как испорченный телефон союзникам. Ну, в этой ситуации, видимо, Путин тоже будет созваниваться с китайским партнером, не знаю, с Белоруссией, с другими своими союзниками, там по ШОСу, и тоже им все это ретранслировать. Почему нельзя было сделать это на уровне постоянно членов Совбеза и договариваться о каких-то вообще линиях поведения? Ну, знаешь... Очень хороший вопрос. Но трудно осуществимый, да? В принципе, да. Потому что, смотри, ну, Объединенные Нации и Совбез, они, в принципе же, были, как бы, это такой реликт все-таки Второй мировой войны. И мы сами видим, к сожалению, что практически ни одно серьезное решение через Совбез не проходит. Оно получает вето или с той стороны, или с этой стороны, уже по принципиальным вопросам. То есть я более чем уверен, что стороны уже даже не углубляются в какой-то, скажем, контент документа, они просто отметают уже вот только потому, что что-то предложил Китай, или с другой стороны, если там предложил Великобритания, то понятно, что Китай и Российская Федерация, скорее всего, скажем, будут ставить вето на этот вопрос. Смотри, тут опять же ситуация по какого рода такие договоры могут быть, потому что, скажем, во-первых, Байден позвонил уже Бухарестской девятки после своего этого разговора с Владимиром Путиным. Да. Так что он ничего с ними не согласовывал. Я думаю, он им позвонил, чтобы успокоить. Потому что будем... Типа откровенно... что, все в порядке, да? Абсолютно, что без вас мы не будем ваши вопросы решать, да? Но это мы увидим. Но смотри, тут ситуация такая. Кое-кто, вот, скажем, ты говоришь про Хельсинки. Да, это, наверное, один из самых таких удачных мировых политических соглашений. Но... через 15 лет все разрушилось уже после Хельсинки. Да. Я думаю, в Восточной Европе очень многие кричат, что это никакие не Хельсинки, это, скорее всего, пакт Молотова-Риббентропа о новом разделе сфер влияния. Кое-кто говорит о Ялте новой. Но Ялта была все-таки после войны, а Мюнхенский сговор и пакт Молотова-Риббентропа до войны. Поэтому часть Восточной Европы, несомненно, очень нервно относится к любым, скажем, таким переговорам больших стран, которые тем или иным образом могут повлиять на их будущее. И, конечно, если будет такой трехсторонний какой-то договор между Китаем, Россией и Соединенными Штатами, то, ну, конечно, он будет за счет кого-то. Это понятно, что статус-кво, скорее всего, не будет больше соблюден. Для Соединенных Штатов очень важно в своей... как бы игре против Китая, чтобы Российская Федерация не стала четко на сторону Китая. Потому что тогда они имеют дело уже с двумя великими державами, уже с двумя ядерными державами, у которых есть все-таки потенциал очень серьезный противостоять уже НАТО и Соединенным Штатам и в Европе, и в Тихом океане. Поэтому, конечно, это был бы самый лучший вариант во имя мира, все-таки как-то договориться и закрепить это все юридически, как это ты и сказал, будь то какой-то пакт, заключенный в Хельсинки, будь то что-то другое. Но тут я вижу ситуацию такую, что вот Россия уже выдвинула как бы условия для заключения этого. То есть НАТО никуда больше не идет. То есть красной линии своей. То есть, да. И практически обнуляются все, скажем, достижения НАТО за последние 25 лет. Понимаешь, то есть сторона с как бы предложением Российской Федерации, то есть да, сторона формальная в НАТО, но учения, инфраструктура и личный состав натовских войск, как бы других натовских войск на этой территории не может быть. Исходя из этого, конечно, маленькие страны очень нервно относятся к таким переговорам, беря во внимание историю, беря во внимание все, что может случиться дальше. Я все-таки думаю, что сейчас, беря во внимание, какие ответы получены от Соединенных Штатов, опять же повторюсь, переговоры, конечно, будут, но самый ключевой вопрос, переговоры как дымовая завеса для подготовки к каким-то боевым действиям или предметные переговоры.
Я думаю, что предметные переговоры вряд ли получится, потому что, ну, понимаешь, никто в истории еще просто так не отдавал свои, как бы, вот эти, свою власть, просто потому что, ну, так надо, да. То есть они всегда действуют под каким-то нажимом и давлением. Тут может быть очень простая ситуация. Если американцы решат, что союз России и Китая для них очень опасен, и что надо любой ценой сделать так, чтобы Россия и Китай не договорились, они, конечно, пойдут на большие уступки в России. Угу. Это понятно. Да, это понятно. Допустим, ну, мы все-таки не можем это не рассматривать, что будет плохой сценарий. Я не имею в виду обязательно война, но какой-нибудь там конфликт, или, по крайней мере, какой-то повод, который даст Россия для того, чтобы Соединенные Штаты притворили свои угрозы в действие, в силу, я имею в виду там какие-то жесткие санкции, отключение от Свифта, другие действия, которые, кстати, звучали на этой на Рижской совещании глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. Да, вот, но ведь Соединенные Штаты тоже должны понимать, что, ну как, Россия живет в этих санкциях с 2014 года. Если так дальше пойдет, то уже и не за горами десятилетие, десятилетний юбилей. Да? Ну, ничего такого катастрофического для России не произошло. Ни с точки зрения внутренней политики, ни даже экономической. Ну, может быть, понятно, что ситуация экономическая на начальном этапе ухудшилась, но сейчас, как мы видим, ничего такого сверхъестественного, плохого не произошло. Да? И внешняя политика тоже России не поменялась. Но ведь Соединенные Штаты тоже это понимают. Ну, будет еще пакет санкций. Ну, дальше что? Это только, по-моему, действительно, наоборот, сблизит ту же Россию и Китай. Ну, абсолютно, ты абсолютно прав. Я думаю, что тут несколько вещей. Первое, были санкции против Кубы, против маленького острова. Все равно режим не поменялся. Фидель Кастро как бы был у власти все эти 10 десятки лет. Санкции против Ирана, то же самое. Режим в никоей мере не поменялся. Ядерная программа дальше разрабатывается. И это никак не повлияло на, скажем, иранскую политику, наоборот, это озлобило их. В-третьих, я все-таки не могу опять не вернуться к историческим параллелям. Американцы наложили на Японию полное эмбарго всех товаров в 1941 году. Это все кончилось ударом по Перл-Харбору и началом войны в Тихом океане. То есть, когда вы ставите страну безвыходное положение, загоняете в угол, она все-таки, скорее всего, сделает попытку, может быть, отчаянную попытку, но ударить по вам. Это в истории было много раз. Поэтому, конечно, загонять в угол никого не надо, потому, тем более Российскую Федерацию. Я думаю, что ты прав. То есть, одними санкциями они ничего не достигнут, тем более, что... Ну, смотри, ты абсолютно прав, санкциями практически... не повлияло на смену режима, санкции не повлияли ни на что, в большом итоге. И тем более... Наоборот, даже сплотили население. Они консолидировали, да. Скажем, и людей, они консолидировали, скажем, еще и, ну, я думаю, и элиту, и военную элиту, и другую. Потому что, понимаешь, многие люди в любой стране, они не могут, не хотят разбираться во всех тонкостях политики. И они считают, что это санкции не против Путина, а против России и русских, как, скажем, как людей и как страны. Исходя из этого, это не воспринимают лично, что вас принуждают менять как-то поведение, что-то делать. И это, конечно, неприемлемо для очень многих людей. И поэтому, конечно, они могут сказать, что да, не все ровно, не все гладко, да, может, там ситуация в России могла быть лучше в каких-то отраслях. Но когда они видят, что есть вот этот такой санкционный процесс, они, конечно, встают на сторону правительства и власти. Это те же вот санкции, адресные против олигархов. Логика какая была, я так понимаю, тех, кто его вводил, что вот там окружение Путина, а-ля олигархи, условно говоря, увидев, что там блокируются их активы, не знаю, в Швейцарии, там, не знаю, в Париже и в Лондоне особенно, да, они, значит, очень огорчатся и скажут, ну ты
Володя во всем виноват, мы теперь уходим в глухую оппозицию. Но это было наивно. Если их полностью перекрыли, им кислород на Западе, условно говоря, значит, как раз наоборот, они сплотятся вокруг президента и будут зарабатывать и компенсировать свои убытки, но вряд ли они пойдут туда устраиваться на биржу труда. Да, так сказать. Ну, то есть это же нужно совершенно не понимать ни человеческую психологию, ни экономику, ни вообще, так сказать... Я думаю, вот это есть одна из проблем тех людей, которые вот это делают. Абсолютное непонимание как бы вот менталитета России. Да. И вот там, где им кажется, что если там поднажать, там пиво отобрать или еще что-то, то они сразу сдадутся. Ну, конечно же, нет. В истории такого не было. Особенно в истории России. Поэтому, конечно, с другой стороны, ну, это санкции, скажем, это такой очень хороший инструмент, когда... Вам говорят, ну как-то вам реагировать надо, ну вот они реагируют, они как бы накладывают эти санкции, как бы все довольны, да, хотя и знают, что потом появляются какие-то там лососи с Беларуси, еще что-то окольными путями, и практически, как мы видели, ну санкции как-то повредили, скажем, выстраиванию Nord Stream 2 или еще каким-то вещам, то есть все эти бизнес-действия, они как-то жили своей жизнью, потому что, понимаешь, политика политикой, а вот, скажем, санкции и полный разрыв отношений. И, скажем, не поставляется газ в Европу вообще. И что тогда? Ну, что Европа будет делать? Они уже сейчас, скажем, и мы в том числе, вот эти все цены на газ, на электричество, да, кстати, на все, да. Они же практически подрывают, ну, структуру общества. Понимаешь, люди становятся недовольными, а если люди становятся недовольными, им, в принципе, честно говоря, наплевать на какие-то высокие материи, потому что в Германии или во Франции, или здесь, в Латвии, люди хотят спокойно, нормально жить. Вот, что особенно удручает, я не знаю, ты со мной согласишься или нет, ну, подытоживая, мы еще успеем чуть-чуть поговорить и перекинуть мостик на внутреннюю политику. Ну, так, оно все взаимосвязано. Но вот, завершая эту тему, что удручает, что такое ощущение, что как бы дипломатия оказалась совершенно, не знаю, малоэффективной. Ну, то есть, да, насколько я понимаю, вообще задача дипломатии – пытаться договариваться, найти точки соприкосновения, обеспечить, может быть, в глобальном смысле какой-то долгосрочный мир, чтобы действительно проблемы решать дипломатическим путем. А у меня есть такое иногда ощущение, что вот как бы она дипломатия с обеих сторон уже, да, даже Путин сказал так в шутку, что я иногда говорю своему министру иностранных дел Лаврову, чтобы он себя не путал с Шойгу, да, так сказать. Ну, то есть, он как бы это в шутку сказал, но понятно, что с этой стороны идет риторика, да, там Блинкен себя тоже примеряет на себя роль военачальника, да, ну, условно говоря, Лавров тоже старается не отставать. Но я к чему веду? Что фактически все сводится сейчас к угрозам, ультиматумам, там, не знаю, санкциям, там, концентрации вооружений, и начинает говорить, а вот мы в космосе, а вот мы здесь, а у нас гиперзвуковое. И вроде бы это все очень интересно так вот анализировать, да, но ты думаешь, ну, на самом деле ведь речь идет не о каких-то игрушках, да, это вот современное оружие, которое может за минуту уничтожить весь наш земной шарик, и дипломатия как бы стоит и думает, а какая наша задача? О, одна, нота протеста. Ну, то есть... И действительно, ты уже начинаешь думать, а может, действительно так делать, до войны дойдет. Вот мы так все шутим, но на самом деле, если дипломатия бессильна, ну, что-то происходит тогда. Ну, Абек, это всегда, когда дипломатия бессильна, тогда нам надо просто понимать, что война – это, скажем так, конечный спектр любой политики. То есть, когда уже договориться никак нельзя, тогда уже, наверное, следующий этап, когда министры иностранных дел становятся министрами обороны, то есть по риторике, начинают уже просто спокойно угрожать и очень четко выкладывать, скажем, свою повестку дня, то есть без каких-то там реверансов и дипломатических там дел. И уже следующий шаг, к сожалению, это, да, это вполне может быть уже ситуация, которая начинается какая-то военная конфронтация. Поэтому... Да, мы видим вот высказывания Лаврова, Блинкена, других как бы ответственных лиц. Но они не намерены договариваться, по-моему. Сейчас ситуация такая, что по министрам иностранных дел мы можем видеть весь накал как бы ситуации. Когда министры иностранных дел таких стран уже выражаются предельно четко и ясно о намерениях своих стран, но это, конечно, ни о чем хорошем не говорит. Поэтому дипломатия, да, ну, смотри, если ситуация такая, когда обе стороны практически не доверяют друг другу, когда у обоих сторон практически фундаментально разные представления об угрозе, когда, скажем, со стороны НАТО говорят, мы просто обороняемся,
Мы же не будем нападать на Россию. Мы же не будем нападать на вас, да. Россия смотрит и, наверное, тоже делает свои как бы, ну, расчеты и видит, что если что-то, то до Москвы там подлет 5 минут, до Петербурга вообще меньше, да, любой ракеты. И не понимает, что им что-то надо делать, как-то реагировать на это. И поэтому, да, может быть, я не могу сейчас исключить вот это, то, что говорил Владимир Владимирович Путин насчет его опыта в Ленинграде, что если драка неизбежна, бей первым. Так что если кто-то увидит, если драка неизбежна, то вполне может быть ситуация, когда будет нанесен первый удар. Этого мы уже, к сожалению, исключить не можем. Да. Вот такой последний вопрос хотел задать. Так у нас время быстро идет эфира. Он и внутриполитический, и такой международный, учитывая вообще эту пандемию. Об этом нельзя сейчас не сказать, подводя итоги года. Понятно, что пандемия, вот уже 2 года мы живем в такой ситуации. В прошлом году такое дежавю, нам говорили, о, вакцины, ну теперь уж точно. Ну, в следующий год, говорил сам Левиц, мы, наконец, с этой заразой покончим. Но, как мы видим, мы фактически оказались в том же месте, в той же точке, где были год тому назад. Ну, как мы видим, да. И вот здесь возникает вопрос, и я думаю, ты тоже об этом размышляешь, потому что и как военный, бывших военных не бывает. И вот здесь получается такой вопрос, что правительство все время как бы метается, не может выбрать такую, ну, логичную и последовательную линию поведения. То есть или мы говорим, что у нас через какие-то периоды там жесткий локдаун нравится нам или нет. Это один вариант. Я понимаю, что плохой, но, по крайней мере, позиция четкая, да, плохая, но позиция. Или есть второй вариант, когда мы говорим о том, что вот уже 2 года мы живем, уже появился омикрон, кто-то уже смеется, следующее там на пи, следующий алфавит, потом еще там, есть много букв в греческом алфавите, вот это дежавю будет продолжаться, через полгода нам скажут, давайте, ребята, по 4-й, 5-й прививке, заодно лучше 6-я и 7-я, и в конце следующего года мы, надеюсь, соберемся в этой студии, и мы скажем, ну, 8-я прививка неизбежна, ну, условно говоря, да, и возникает вопрос, что, ну, ребята, вы должны определиться, или мы с этим сосуществуем, потому что мы не знаем, когда эта мутация прекратится и прекратится ли вообще, и мы не можем все время жить в обстановке домашнего ареста и убивать свою экономику, да, или мы говорим о том, что, ну, такова теперь жизнь в 21 веке. У нас будет, не знаю, каждые 3 месяца по такому маленькому локдауну, ну, чтобы сократить количество госпитализированных. Ведь я так понимаю, что все страны этого боятся, что некуда будет тяжелых больных класть хоть на улицу. Да? Вот почему не могут выработать такую последнюю политику? Это не хватает жесткой дисциплины и военной руки или просто, так сказать, такой раздрай и шатание в самой коалиции? Я думаю, тут 2 основных момента. Первое. Те люди, которые сейчас находятся в коалиции, они, ну, как бы так, не менеджеры кризиса, не менеджеры военного времени. А сейчас все-таки вот то, что ты сказал, эта ситуация, ну, напоминает войну все-таки. Все эти решения, все эти ограничения по свободе, передвижению, бизнесу и т.д. Да, и т.п. Да. То есть, понимаешь, они готовились к совершенно другой жизни, к мирной жизни, когда, скажем, все спокойно, все хорошо. А сейчас надо принимать решение. Сейчас надо принимать решение. А не просто европейские деньги делить, да? Абсолютно. То есть сейчас пока единственная функция, чем они занимаются. Да. Понимаешь? И это отражается, я думаю, ты знаешь, что последние как бы рейтинги, это 16% одобряет вообще 7 как таковой, 17% одобряет правительство. Ну, то есть практически их сами родственники, друзья и подчиненные. Абсолютно. Да, я утрирую, но в принципе, ну, да. Ну, Левиц, как бы самый непопулярный президент всех времен в Латвийской республике. Вот, хотя это надо было умудриться, да? Ну, президенту надо... В том-то проблема, что он не находится над схваткой. Проблема в том, что он практически член коалиции и защищает коалицию. Исходя из этого, конечно, получает, скажем, ну вот... Вместе со всеми, вместе, да? Вместе со всеми, да. Поэтому, исходя из этого... Беря во внимание крайнюю непопулярность коалиции, крайнюю непопулярность Сейма и правительства, это означает очень неприятные вещи. Потому что, ну смотри, если у тебя почти 84% и поголовно население не любит и не уважает правительство и парламент, ну, значит, к их решениям относятся как к враждебным. Понимаешь, то есть люди уже не воспринимают правительство и парламент как часть общество, они воспринимают уже их как, ну, часть какой-то чужой администрации или что-то в этом роде. И, исходя из этого, ну, любые другие попытки закручивать гайки будут восприниматься еще более болезненно.
Я думаю, что очень многие люди очень, конечно, недовольны этой ситуацией. Я думаю, у нас, как только ситуация полегчает, нас ждет очередная волна эмиграции, потому что люди просто будут пытаться уезжать отсюда. Мы уже потеряли с 90-го года почти треть населения этой страны. Этот процесс будет продолжаться. Будет продолжаться, плюс негативная демография, когда у нас все-таки молодежи меньше, а нашего поколения гораздо больше. То есть налицо все как бы признаки очень большого кризиса в будущем. И ну, я думаю, что они просто боятся людям сейчас сказать, что вот эта ситуация будет еще год или два. И ни у кого нет никакого понимания, чем вообще все это закончится. И они думают, просто они думают уже лично о себе, а как им выжить вот это время политически. Я думаю, очень многие из них, которые вот сейчас маячат на передовицах с плохими новостями, ты же знаешь, что ну, когда человек постоянно несет плохие новости, да, его в древности их таких послов просто убивали, ну, когда он все время пришел с плохими новостями. Да. И так все время, и да? И так все время, да. Когда кто-то каждый день выходит, да, там, что вот опять будет локдаун, опять будем это, опять будем то. Я думаю, что ну, тех людей, тех политиков уже народ, мягко говоря, очень недолюбливает. Их шансы на следующих выборах очень... Конечно, и все не хочется вот накануне праздников о печальном, но вот я себе чисто даже политически представляю, ну, того же господина Павлюца, ведь он уже намекает, а ведь, знаете, народ как, не все же следят за новостями, у каждого свои проблемы, да, и обычно люди реагируют, когда вот это уже случается, и вот теперь мы представим, что, я так понимаю, в конце января или в начале февраля, когда Павлюц выйдет, ну, вместе с Каринчем, как посол, как ты говоришь, плохих новостей, и скажет, вот те, кто полностью вакцинировались, ну, я имею в виду те, кто там сделали две прививки, сейчас мы говорим там Pfizer и Moderna, кстати, таких большинство населения, которые сделали две прививки, которые сертификаты, он им сообщит, что, ребята, с 1 февраля, условно говоря, и со 2 вы становитесь невакцинированными. То есть и вас тоже никуда не пускают, пока вы не получите там третью прививку, потом четвертую и так далее. Да? И речь идет о тысячах, сотнях тысяч избирателей, которые в один момент просыпаются и тоже становятся больше невакцинированы, их больше никуда не пускают, включая на работу. Ну как невакцинированы? Все. Теперь у вас третье, да, так сказать, и это же, в принципе, как люди отреагируют. Я понимаю, что у нас не то население, которое будет как-то реагировать, не знаю, как в Париже и в Лондоне, может быть, к счастью, не знаю, да, но ведь это политически очень плохая новость, так, мягко говоря. Но ведь у нас население реагирует всегда, когда она тихо идет на выбор и вычеркивает да. вот этих людей. Я думаю, что после такого удара в феврале или в марте, в октябре народ это еще будет помнить. Это не так, как многие думают, что пройдет несколько месяцев и будет амнезия. Ну, ты знаешь, если вся эта ситуация ограничилась бы в прошлом году, вот, начиная с марта до лета, когда были бы эти два месяца в прошлом году, тогда, конечно, народ уже все забыл бы и вернулись бы как-то к нормальной жизни. Но беря внимание, что скоро мы будем отмечать два года, как первый раз здесь была, по-моему, 12 марта прошлого года введен чрезвычайный такой статус, то есть это уже почти два года. А во-вторых, ну, надо сказать, что это огромный кидок населения, потому что же говорили людям? Им говорили, вы перевитесь два раза и заживете старой прекрасной жизнью. Спортклубы, рестораны, путешествия и все остальное. Чем это обернулось? Потом им говорили, да. что если вы вакцинируетесь, значит, вы в безопасности. Потом оказывается, что это все не соответствует действительности, что вакцинированные тоже болеют, что вакцинированные как бы тоже поражены в правах, что они тоже никуда не могут уйти. И вот то, что ты сказал, что тебе вдруг скажут, что вот этот сертификат... Больше не действует. Все. Не действует, да. В магазин не войдешь. Да. То есть я думаю, что это, конечно, повысит вот этот градус напряженности, еще в совокупности с новыми счетами за электричество, газ и все остальное, и в совокупности, что очень много людей потеряли работу из-за этого и потеряли свой бизнес. Я хочу без каких-то там таких слов сказать, что ситуация взрывоопасная в этом плане. И я не берусь судить, как именно народ будет реагировать на это, но понимаешь, когда людям уже больше нечего есть и нет никакой перспективы, и когда их еще загоняют еще дальше в угол, ну, эта ситуация, конечно, для вот таких ребят, как Каринч и Павлюц, крайне опасная. И сейчас уже вот такими либеральными ценностями, что вот это все во имя, во благо... Будет вот. Сложнее, да. Раймонд Лубовский у нас был в прямом эфире. Ну, к сожалению, вынуждены прерываться. Так вот время у нас подходит к концу. Спасибо. До свидания. Радио
Балткома.